смотрите сегодня в нашей программе. Все, что вы хотели знать о Пугачевой. Никакой дружбы не могло быть. Вот только вот. Но боялись спросить. Погуляла. Алла Борисовна Пугачева работает в элитной парикмахерской. И оказывается, недавно она родила дочь. Но об этом знают только ее близкие. Эксклюзивное интервью с отцом ребенка. Все, что вы хотели узнать о Пугачевой и боялись спросить. В репортаже Оксаны Виленты. Количество слухов о Примадонне российской эстраде растет с каждым годом, как снежный ком. А уж про ее личную жизнь слагают целые легенды. Сама Алла Борисовна признается, если мужчина ей нравится, она завоевывает его сразу. Никакой дружбы не могло быть, вот только вот это. Кого только не записывали ей в мужья. Жена Алла Борисовна Пугачева. Да ладно. Рафаилу Шарипову есть чем гордиться. Имя его жены знает вся страна. Супруга Рафаила – полная тезка Аллы Борисовны Пугачевой. Меня мама назвала чисто случайно. На самом деле меня хотели назвать Аней. Почему Пугачева сочувствует своей знаменитой тезке? И что объединяет ее с Примадонной? Уйдет ли Алла Борисовна к Максиму Галкину? И каково это – быть первой после Пугачевой? Меня останавливали в милиции и даже говорили, что у меня поддельный паспорт. Алла Борисовна Пугачева, полная тезка Примадонны, даже родилась с ней в один месяц. Она 16-го, она получается... Она 15-го. 15-го, она Оля, да? А я Телец. И с разницей ровно в 30 лет. Поначалу звездное имя приносило ей одни неприятности. Одноклассники дразнили, а после школы ей даже не удалось поступить с первого раза в техникум. Как ваша фамилия, имя, отчество? Я говорю, Пугачева Борисовна. Они, ой, а мы вас не записали, мы думали, что типа кто-то позвонил и пошутил. Алла Борисовна наперекор судьбе все-таки поступила и стала примой парикмахерского искусства. Хочу сказать, Зверев отдыхает. Почти все мужчины в жизни Аллы Борисовны хотели стать для нее Киркоровыми. Но вот только душа к зайкам не лежала. Если я вот видела, так сказать, человека, который могла бы клюнуть как на мужчину, то это понимали сразу, мгновенно, и мужчина, и я. Алла хотела любви не меньше, чем известная певица. По иронии судьбы, покорить главного мужчину в своей жизни ей удалось благодаря звездному имени. Его и заинтересовало то, что вот Пугачева Алла Борисовна, как это вот, что это? Дал ему паспорт, решил подружиться. И подружились. В итоге вот, плоды нашей дружбы, трое детей. Первую дочь Алла Борисовна родила в том же возрасте, что и главная Пугачева страны – в 22 года. Сразу же спросили, Кристиной назовешь? Я говорю, нет, Валерий. И то есть ее в роддоме звали неудавшаяся Кристина. Знаете, я своей дочерью не руководила, поэтому моя дочь такая самостоятельная, независимая, слава богу, талантливая. Тезка знаменитости тоже считает, ее Валерия самая талантливая. И из своих дочерей она мечтает вырастить настоящих звезд. Год мы с ней занимались в танцах, и, в принципе, нам преподаватель сказала, что у девочки есть талант. Сама же Алла Борисовна предпочла так и остаться в тени знаменитой тезки. Ведь нелегкое бремя славы ей пришлось испытать на себе. Ее поклонники уже просто надоели мне. Они звонят и днем, и ночью, и с угрозами, и приезжали ко мне в гости. Погуляла. Но главное, что это было обоюдное чувство.